Алкоголь и автомобиль несовместимы, ведь расплачиваться за употребленные горячительные граммы порой приходится самым дорогим – жизнью. Все это понимают, но не все соблюдают. Инспекторы Анапской роты ДПС провели рейд. Выявляли водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Поводом таких рейдов стала неутешительная статистика. По вине пьяных водителей в этом году произошло 5 аварий. 2 человека погибли, 3 получили травмы. Всего с начала этого года 557 водителей позволили себе сесть за руль нетрезво. Мероприятия будут проводиться еженедельно. Водители ведут себя спокойно и с пониманием относятся к таким проверкам. Вот употребляете алкоголь? Нет, не употребляю. И другим не советую, потому что сейчас нынче очень много всяких дорожных происшествий связано с этим. И я категорически против, чтобы другие кто-то употреблял. Алкоголь даже в малых дозах вызывает ощущение потери реальности. Водитель не в состоянии правильно оценить ситуацию на дороге и свои возможности. Во время таких рейдов сотрудники роты ДПС не выбирают, какой автомобиль остановить. Каждый водитель проходит проверку. Без этих мероприятий и без этих операций, как бы, тогда водитель не будет чувствовать свое наказание, не будет чувствовать свою вину и как бы будет продолжаться в дальнейшем. Так оно как и есть. Будут не бояться санкций, наложены штрафы КОАП РФ по административному законодательству. Машины останавливаем за нарушение ПДД, коли это имеется визуально, наглядно. Если водитель нарушает, значит мы его останавливаем. С целью снижения аварийности и случаев ДТП провели и другие оперативно-профилактические мероприятия. Тренировка и ребенок – главный пассажир. На этой неделе проводится специальная операция «Анаконда» в целях предупреждения и пресечения незаконных перевозок наркотических средств, психотропных веществ, огнестрельного оружия и взрывчатых устройств. Своевременное снижение скорости, отказ от поездки в пьяном виде, использование ремня безопасности – все эти правила сохранят вашу жизнь и жизнь других участников дорожного движения.